вы священное писание Создателя? Кайрос переписывает священные книги древнего молота. Но для чего, мы не знаем. Ты хочешь, чтобы я это выяснил? Да, но есть некоторые проблемы. Кайрос устроил бал для местной знати в Энджелоуч, новой крепости в Дейнпорте. Нам нужно узнать, что он собирается делать. Тебе, Гаррет, нужно вечером пробраться туда, пока вечеринка будет в самом разгаре. Энджелоуч? Так вот, как ты понимаешь наше партнерство. Хочешь послать меня на верную смерть? Перед нами тот самый Гаррет, король среди воров, о котором я столько слышала. Если опасность – проблема для тебя, тогда… Расскажи мне о деталях операции. Система безопасности крепости работает в усиленном режиме из-за знатных гостей. Поэтому пробраться туда будет непросто. Возможно, для тебя. Но я не собираюсь идти через парадный вход. Разве крыши не называют путем вора? У меня есть специальная экипировка для тебя. Тебе необходимо начать немедленно, а также… Не забудь про кошельки гостей на вечеринке. Ты должен найти все, что касается проекта Цетус. Это название удалось подслушать нашим агентам. Попытайся раздобыть информацию в кабинете Кайроса. Замечательная идея. Пытаться найти информацию о секретном проекте Кайроса. В его кабинете. Ты случайно не забыл, Гаррет, кто твой враг? Если твоя информация не верна, и окажется, что я рисковал своей шеей непонятно ради чего, наше соглашение будет расторгнуто. Вот тогда и задашь мне этот вопрос. Разрешите вас поприветствовать, уважаемые подписчики и зрители канала. Меня зовут Джон Арараавис, и мы возвращаемся в волшебный мир вора. Надеюсь, что мы в конце концов добьем эту многолетнюю эпопею. Первонаперво хотел бы извиниться за то, что отсутствую, постоянно отсутствую, потому что, сами знаете, в Китае интернет просто-напросто выносит мозг. К тому же у меня были неполадки с моим компьютером, с ноутбуком, который верно служил мне эти последние 3 года. В общем, дела не заладились. Тем не менее, попробуем вспомнить, что нам предстоит сделать. Из видеоролика мы узнали, что нам необходимо проникнуть в ангельскую часовню или ангельскую башню, как они называли механисты, сектанты, вы понимаете, о чем я. Чтобы выяснить подробности о проекте Кайроса. Узнать, в конце концов, что он замышляет и какие у него есть на то инструменты, чтобы воплотить свои коварные замыслы. Так, стрелолоза. У нас не одна. У нас есть 3. В принципе, неплохо. Пускай будет. Маховые стрелы. Ладно. Шумовая стрела. Давайте возьмем 1 на всякий. Ну, 2. Совет по снаряжению. Совет по грабежу. Ну, давайте возьмем. Окей. Хорошо. Так, дайте-ка я поставлю часики, чтобы было удобнее. Хорошо. Эта серия, я думаю, получится довольно длинной. Но я постараюсь вырезать ненужные моменты. Да, отсюда город выглядит намного лучше. Ну, совсем по-другому выглядит. Так. Я помню, что здесь есть секрет. Хорошо. Эй! Спокойно. Окей. Если бы на Ютубе была награда за самый долгий летсплей, имеется в виду за самое длительное время по прохождению одной игры, причем с перерывами, я бы, наверное, занял первое место. Но мы занимаемся этим просто ради удовольствия. Ого. Отдыхаешь? Хорошо. Сохранение. Отдыхай дальше. Спокойно.
лежит. Пустая бутылка. Не, нам пустые бутылки не интересны. Хорошо. Давайте-ка отсюда выбираться. Потихонечку. Вот так вот. Так, меня терзает смутное сомнение, что сейчас будет громко. Если я пойду по дороге на север, я попаду прямо к башне механистов. Да. Ну. Так. Давай. Тихонечко. Аккуратно. Не надо никого будить. Хорошо, Гаррет? Мы ведь сможем никого не будить? Отлично. Прекрасно. Так, что он сказал? Если пойдет на север, мы пойдем на дорогу воров. Колокольня. Особняк мастера Уилли. Ван Вернона. Замок Ван Вернона. Замок Ван... Башни некроманта. Интересно. Сколько здесь всего... Да, это похоже. Еще на несколько серий затянется, которые я буду выкладывать раз в пару месяцев. Ну, так уж я. Приятно, что вы не уходите с моего канала. Другие бы уже ушли. На этот раз ты себя выдал. Что это? Кто там? Очень скоро. Я надеюсь, нам не туда надо по сюжету? Да вроде ничего нет. Ну ладно. Ой, не знаю, я не хочу рисковать. Ладно, давайте пойдем вот сюда. Так, хорошо. Аккуратно. О. Там наверняка был какой-то секрет, либо дополнительное задание. Ничего себе окно. Я могу забраться туда, используя стрелу лозу, но я боюсь это делать, потому что мало ли кто там окажется. Хотя мы же воры. Вот я о том же. Так. Окей. А сюда мы, ладно, залезем. А, там нет... Я думал, там окно. Зря использовал. Хотя ладно. Так, тихо. Оп. А, традиция, точно, господи. Джеки, ты готов? Давай сделаем это. Пошел, Джеки, давай. Хорошо. Соскучился я по этой традиции. Ничего нет. Как будто бы прям специально затягивает. Стоп. Стрела лоза. А, у меня других нет. Ладно. А, ее можно забрать обратно. Это хорошо. Так. О! Я же говорил. Так, а как туда залезть? Ну-ка.
что такое. Так, одна готова. Опа. Отлично. Что? Стража? Нас услышали. Как пить дать? Нас услышали. Там что-то есть. Я не понимаю. Не могу заглянуть. Яблоки. Давай. Ладно. Обойдемся без них. Журнал «Звездочета». 67-й вечер наблюдений. Я больше этого не вынесу. С момента первого осмотра этого отдаленного небесного тела, этого великолепного голубого бриллианта, я знал, что мое время здесь, в городе, близится к концу. Ибо как я могу оставаться удовлетворенным в этой трясине мерзости, коррупции и религиозного фанатизма? Когда существует целый новый мир, готовый для исследований, стоит только руку протянуть. А средства моего отбытия почти у меня в руках. Несмотря на недавнюю неудачу... Ой, что такое? Брелик был прекрасным молодым слугой и преданным помощником в лаборатории. О, с какой мукой считал я его... счищал я его кишки со статуи на площади. И что хуже всего, я понимаю, что моя ошибка в расчетах стоила парню жизни. Кошмар какой, а? Как я мог быть так глуп? Научный принцип незыблем. Я уверен, с помощью моего патентованного устройства солнцепёк. Взрывчатки высочайшей мощности. Ну-ка, здесь поинтереснее. Толстый деревянный ящик может преодолеть дистанцию, необходимую для достижения звезд. Но как же глупо было забыть про защитный слой свинца. Он из пушки стрелял людьми, что ли? Пытался... Ну что прошло, то прошло. Пора двигаться дальше. Я нанял новую помощницу. Вечно пьяную старую коргу по имени Хильда, которая и совершит пробный полет. Устройство солнцепек будет просто помещено под ящик и воспламенено с расстояния. И Хильда воспарит к этому прекрасному новому миру. Очутившись там, она должна будет просигналить мне дымом, что для меня безопасно продолжать работу. Она, конечно, немного нервничает по поводу этой процедуры, но пинты доброго джина должно быть достаточным, дабы успокоить ее страхи. Итак, к звездам. А как она вернется обратно? Ладно. Не смешно. Ух ты, это что? А я помню эту штуку. Помните эту штуку? Я вот помню. Этой штукой мы взрывали ворота в запретную часть города из кафедрального собора. Помните? Не помните. А я помню. Так-то много куда идти можно. Подождите, я стрелу заберу. Тут еще какая-то дверка. Она не открывается. И там еще дверь. Ладно. Открытый мир. Как-никак. Даже не знаю, с чего начать. Ну, пойдем сюда. Окей. Гаррет, слазь. Хорошо. Так. Где мы? Какой? Это очень не нравится. У меня разыгралось воображение.
куда он пошел. Кто это шумит? О, черт, я давно не играл в игру, я забыл. Мне только нужно найти тебя. Да, я перепутал бомбу вспышку с глазом. Это второй мой раз, когда я это делаю за всю игру. Я помню первый раз в порту, по-моему, ошибся. Ну? Ну хорошо. Спасибо. Он как будто бы услышал меня. Ты уж болеешь, приятель. Понимаю тебя. Но это... Пожалуйста, не сходи с ума. Уходи. Куда-нибудь. Вот это очень странно. Это глюк такой, да? Так, кажется, он ушел. Хорошо. Дай сюда. Фух. Так, что у нас тут? О! А я переживал. Хорошо. Золотишко. Все ближе к тебе, мерзавец. А? В смысле? О чем ты? Так. Ну и ладно. Ладно. Уходи. Уходи, ты пьян. Экономьте электричество. Мама. Серьезно? А, и что мне теперь? Ладно. Так вот, очень умело мы их убираем. Так, а этот сейчас придет сюда. Он придет сюда и заметит тело. Ладно. Развернись. Развернись. Отлично. Так, хорошо, теперь нам никто не помешает. Что там? У меня глаза разбегаются, можно туда-сюда пойти. Ну, ведь никуда не спешим, правильно? Так, я могу залезть в эту трубу. Я могу пойти туда. Я могу вернуться обратно, залезть через какую-то другую дверь. Я не знаю, куда я иду. Я сейчас нахожусь здесь. Можно все исследовать, но... Мне, конечно, очень интересно. Нет, это Санта-Клаус. Время подарков. Ты очень себя хорошо вела. Меня зовут Джеки Клаус. Я подарю тебе покой. Ну, давай, Гаррет, пожалуйста. Ну, давай же, Гаррет, ты сможешь. Как сложно слезть с лестницы. Отлично! Я сломал игру. Мы застряли. Никогда не прыгайте в дымоходах. Это очень опасно. Ладно. Каламбур. Петросянин.
это я. Я не знаю. Так, попробуем. Гаррет упорно не хочет слазить. Просто невероятно. Кто здесь? Так, мне только не хватало здесь еще сумасшедших гражданских. Хорошо. Как в фильмах ужасов. Внезапно гаснет свет, а главный герой не уходит. П. Мы должны прекратить встречаться у алхимика. Уже в третий раз эта женщина приходит, чтобы приложить свой носик к витрине. Не знаю, стоит ли она глазки гримаду... строит ли она глазки гримаду, или ей просто нужно приворотное зелье от старого Джека. Но все равно страшно. Не мог бы ты что-нибудь с этим сделать, Энн? Джека? Джеки тут про тебя вспоминает. Ну, конечно, неохота ей по голове давать. Хлеб заберем. А там есть ваза. Очень полезная ваза, которую я по-другому... Что это? Эй, кто здесь? На... Это был единственный верный способ. Окей, так, там... Деревянные миски? Вы что, издеваетесь? А там что-то еще лежит, ну-ка. Так, это нам не надо. Нет, нам не надо. Так, ладно. Из-за деревянных мисок мы огрели по голове бедную девушку. Ну ладно, случается. Что ж поделать-то? Такова жизнь. Там, похоже, только одна посуда и всякие пряности. Ух ты. Будь здоров, я болеем. Знакомая эмблема. Ага. Фух, пронесло. Вот игра меня троллит постоянно. Вот подойдешь, тут два сундучка будет. Два сундучка, и в одном из них окажется что-то бесполезное, крайне ненужное. То, что может испортить игру. Или факел, который гасить смысла нет, потому что освещение все равно... Спокойно, отдыхай. Мы странным образом двигаемся к цели окольными путями. Я знаю, что потом в комментариях будет написано, что вот ты не пошел туда, а там было то-то. Я знаю. Я бы хотел вернуться, но представляете, это через всю карту теперь обратно возвращаться. С другой стороны, нам же нужно вернуться обратно, да, потом? Да, на колокольню, значит, на обратном пути залезем, посмотрим то, что пропустили. Если не забудем.
меня заметил. Плохо. Отвернись, пожалуйста. Это не очень хорошо. Просто отвратительно. Смотрит. Отвернись, я тебя прошу. Я туда прыгну. Ладно. А, они все равно не видят. Они слепые. Они не видят очевидных вещей. Тут нет нигде выключателя. Плохо. На тумбочке ничего нет. Теперь к нему надо прыгать, что ли? Мама. Ага, еще один. Ну, конечно. Почему нет? Ну что ж вы меня все пугаете-то сегодня? Ничего. Надо было больше моховых стрел купить. Вот как знал бы, а? Я так полагаю, нам вон туда надо бежать. Ну, любопытство. Эй! Кто это? Это просто жесть. Гаррет, пожалуйста, аккуратно. Фух. На обратном пути. Обратном пути вечно обещаю только. Так он меня сейчас увидит, и все, и пойдет прахом. Так и должно быть? Или может мне все-таки действительно туда пойти? Наверное, стоило все-таки попытаться и... Смотрите, у него ключ. Нет, все, я передумал, я возвращаюсь. Ах, столько стрел. Это просто... Странные сердце звуки. Разрывается. Так, давай, аккуратно. У нас есть еще время добраться. Залезть в угол. Так, тут закрыто. Кто здесь? Выходи на свет, чтобы я тебя видел. Мама. Так. Бомба, вспышка. Мама. Давай, Карен. Ну, есть. Он меня услышал. А, здесь... О, я вижу уже знак механистов. Так, их двое теперь здесь, да? Я тебя найду. Нет, не найдешь. Трус! Веди себя как мужчина. Давайте оба подойдите сюда, я сейчас вам покажу. Вот так вот. Не связывайтесь с Гарретом. Это все был хитрый план. Я их заманил. Теперь там нет стражника. А? Я не знаю, не могу проговорить это. Мистер Джордж
Би Таттлшенк. Куратор. Куратор чего? Кабинет, да? Это жена, что ли? Ладно. Не открывается. О, давай, тихо. Отлично. А, может быть, та маленькая дверца открылась? А. О, ты посмотри. Ну, это серьезно. Это очень серьезно. Неплохо. Так, а что здесь написано? Кримшоу, если и на этот раз не запрешь поступление в сейф, отведаешь плетки. Не могу этого доказать, но подозреваю, что у одного из ночных охранников шаловливые ручонки. Если утром не досчитаешься хотя бы пенни, ответишь собственной задницей. Еще одно. Утром придет Дон Валенсия. А за своими алмазами обязательно запиши передачу и прояви такую учтивость, на какую только способен. Валенсия — клиент, которого я ни в коем случае не хочу потерять. Таттлшнек. Ну, кушать хочется, извини. Вас обчистили, господа. Парня жалко. Им с него, наверное, потом шкуру сделают живьем. Но это не моя проблема. Мы Гаррет. Мы вор. Берем то, что плохо лежит. И то, что нормально лежит. Не знаю, я сегодня упорот. Я упорот и... только этого мне не хватало еще этих... машин. Так, не дотянуться. Смогу допрыгнуть, наверное, со сбега. Не получается. Туда наверняка нужна стрелолоза, ну. Или это выход. Давайте-ка посмотрим. Пойдем вперед. Здесь есть. Там кто-то ходит. Давайте подождем. Наверняка кто-то сейчас придет, скажет привет. Нет. Вроде никого нет, ладно. Что такое? Так, 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 спокойно. Так близко ходит. Я тебя слышу. Удар, Джеки! Успел. Думал, не успею. Так, дабы его спрятать-то. Все, отдыхай. Отлично. Кто это здесь шумит? А, все-таки туда пойти. Смотрите, мастерство. Украл у него золото прямо из-под носа. А, иногда я поражаюсь нашему профессионализму. Конечно, ага, профессионализм. Там, где один косяк, всегда два успеха. Или там, где один успех, всегда два косяка. Это про нас. Ладно, попробуем. Нет. Хотелось бы тратить стрелу пустую. Ударим ее вон туда. Подождите-ка, а разве она не должна за камень зацепляться, нет?
это было странно. А сюда. Ну, давай, Гаррет. Хорошо. Ну, бонус. Приятный. Хотя я не знаю, зачем она мне нужна. У меня уже одна есть, чтобы поджечь бомбу. Но... А зачем мне бомба вообще? Что я с ней буду делать? Я что-то взорвать должен ей или что? Проникните в Angel Watch. Проследите за Карасом, чтобы узнать, какие... с какой целью он поставит прием. Проникни в кабинет Караса и найди информацию о проекте Кетус. Найди и прочти последнюю запись Караса в новом священном писании Господа Строителя. Набери добычи на 1500, никого не убивай. Я так понимаю, мы уже почти добрались до Angel Watch, потому что я вижу эти символы здесь. Механисты. Сектанты. Ненавижу сектантов. Еще какое-то окно. Этот все радуется. Я у него деньги украл, он радуется. Смешной человек. Так, кто здесь? Ой! Ой, какие же они слепые. Ужас! Да? Нет. Стой. Подожди. Иди сюда. Иди сюда. Ты один тут ходишь, да? Туда-сюда ходит, да, получается? А нет, вот. Да, ходит туда-сюда. Так, сейчас мы туда проникнем. Это вы, сэр. Да что ж ты будешь делать, Гаррет? Оступился. Вероятно, это сейчас здесь все спокойно. Ой, мама! А, стой! Ты где же ты? Считай, что ты... Китить колотить. Ай. Сейчас он пошли, пошел, Гаррет, давай, ну шевелись же, господи, Гаррет. Ничего не шумит, все нормально. Ну хорошо, не знаю, что это было. Они такие прикольные, они так смешно реагируют. Что у нас? Маленький ребенок. Извини, я обкраду твоих родителей. Гад! Эй! Кто это? Ой, не могу. Все, вот ты тут лежи. Это... это что-то с чем-то, я не знаю. Так, я понял, там выход. И зачем я это сделал? Ладно. Меньше вопросов. Больше действий. Я не знаю, я куда-то... Я уже... Разработчики здесь на славу постарались. Они, видимо, здесь от души уже
развернулись, потому что, ну, можно куда угодно пойти, я даже не знаю. Нет, туда не надо. Там страшно. Можно пойти наверх, можно пойти дальше. Ну, давайте наверх пойдем, что ж. Тут у нас... О, еще огненные стрелы, прекрасно. Зачем они мне нужны? Что я с ними буду делать? Мне бы водяных стрел, моховых стрел. Вот как знал, что нужно будет больше моховых стрел купить. Эх, ладно. Вернемся к нашим баранам. Теперь вон тут. О, ты посмотри, туда, сюда можно. А вон там какая-то дверь, что ли. Туда можно спуститься, что ли? Серьезно? Мне больше не нужно лазить по крышам. Честно. Но это неправильно. В этом сезоне происходит так много событий, и мы не будем в них участвовать. Я Ротшильд. Они этого не понимают? Они не могут понять, что я чрезвычайно важен. Я знаю, дорогой. Но разве не будет других банкетов? Нам незачем участвовать в их глупых религиозных обрядах. Это не так, это только... Ну... Да, малыш? Черт возьми! Механисты пригласили Бамблсонов! Бамблсонов! Они же не входят в узкий круг избранных! Фредерик, тебе не кажется, что ты слишком сильно волнуешься? Нет, 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 нет! Я, Фредерик Юнипер Ротшильд III, заслуживаю большего, чем те... Незнатные выскочки. О, я знаю, что нам следует сделать, мой сладкий. Мы устроим свой собственный бал. К черту этих механистов и их частные вечеринки. Надо поискать наших сторонников. Мы устроим свой собственный банкет и пригласим всех, кроме Бамблсонов. Как тебе такая идея, любовь моя? О, да! Это отличная идея. Ротшильды? А у вас есть что интересного? Может, у вас можно что-нибудь украсть? Нет? Это такая отсылочка. Видимо, когда мы закончим с механистами, Ротшильды останутся единственными при деньгах. Ну, вы знаете, Ротшильды — это такая семья банкиров. Некоторые их считают держателями мирового капитала. И они не сторонник такой теории. Да, у них есть деньги, но они не всеми деньгами распоряжаются. Я, например, своими собственными распоряжаюсь. Ой, мама! Так. Ладно. Это, конечно... Это верх безумия. Не хочу тратить стрелу. Ладно, еще раз. Давай. Вот. Нельзя было сразу, что ли, Гаррет? Ну, что ж ты такой? Неловкий. Что такое? Мама, что я сделал? Прикольно. Аглорас каранс. Миглимерекс стелорус аусуиньен балеровирн агрор. Калю фенрих, калю фальдир. Акино акило кляс по валеросу... Сейчас демона призову. Что это? Хиглип, Уланис, Фриопик, Рупхулин, Коракс, Аканес, Эр, Худ, Херис, Перон, Фиртин, Ферентир. Что? Книга Аэх? Ой, ой, мама мия! Ну что ж такое? Что это такое? Вы это... Съешь сыру.
Это было жутко, это было очень подло с вашей стороны. Разработчики, вы... Это, думаю, что за книжка, что за непонятные письмена там, абракадабра, а тут... Так, а если ниже опуститься? Нет, стой! Так, а это? А это, видимо, обратно вызывает лифт, да? Что? Кто-то там разговаривает. Я так и знал, вот... Нет. Не обнаружишь. Там зомби. Так, я, похоже, начинаю приближаться к этой самой башне механистов. Мы на этом, наверное, сейчас скоро серию закончим. Не, ну зомби, это просто напугали. Напугали до чертиков. Я теперь это... А если мне это приснится? Нет, не надо. Жуть какая-то. Некромант. А, башня некроманта. Вот здесь вот мы были, да? Сейчас мы заходим в какие-то... А, вот здесь мы слушали разговор, потом запрыгнули в башню. Из башни мы, видимо, идем в владение сэра Каллена. Колена. Ладно. Вот так вот живешь, а у тебя сосед зомби вызывает. Мертвых воскрешает. Некромантом за ним... Я профессионал. Так. А? Фу, здесь слишком много крыс. Маленькая дверка какая-то. Нет, ничего не видел, спокойно. Так, там, короче, то ли два ассасина, то ли два вора засели. Мне интересно узнать, что будет дальше. Если у вас какие-то догадки есть по поводу того, куда мы попали, пожалуйста, напишите, мне интересно узнать. Похоже, этот самый человек по имени Колено, Коленко, Каллен, что-то знакомое. Ну, не знаю, может быть, это... знакомый Гаррета или один из представителей гильдии воров, будет интересно. Давайте мы здесь закончим. Я сейчас сразу же начну записывать следующую серию, поэтому комментарий не смогу прочитать, наверное. Ну, то есть я не смогу отреагировать на комментарии, но ничего страшного. Ладно, давайте увидимся в следующей серии. А пока что с вами был Джон Раравис. Всем всего хорошего, всем до новых встреч.